Приветствую вас, друзья. Итак, начнем нашу распаковочку. Поехали. Ну и начнем мы, наверное, ребят, с этого пенопластового короба. Кстати, это первые посылки, которые я скидывал уже в группу ВКонтакте. Начали приходить. Писал я, что ремонтируем телефон. Нам должен прийти модуль на ZTE. ZTE, по-моему, V7. Так. Все. Вижу. Единственное, плохо, конечно, нету никаких набортов. Инструментов бывает. Кладут или липкий скотч. Ну, получается. Вот он у нас. Угу. Так, ладно, придется планку еще снимать. Ну, уже поставлю, напишу, работает, не работает. В принципе. Blade V7. По времени смотрите в углу, доставку, цену тоже. А ссылочки оставлю, ребят, кому интересно. Переходите, смотрите. Это давайте в сторонку пока все. Это на ремонт тоже. Так, и следующее. Сразу давайте. Во. Это да. В принципе, догадаться было не тяжело, но что-то, я кажется, на мою ногу это не налезет. Блин, они какие-то не белые, вообще, по-моему, были белые. Ну, детский. 45-й сюда, ну, не влезет. Хотя, может, растянется, но Деду Морозу будет, конечно, жестко. Ну, прикольно сделано, но все праздники уже кончились, конечно. Но, если что, на жену. Вот такой вот веселый Дед Мороз. Единственное, цена, по-моему, заходил, выросла раза три. Потому что заказывал рублей 20 с чем-то или 30 с чем-то. Пока это все дошло, больше двух месяцев, цены уже поменялись. Ну, носочки вроде ничего. Так, в этой посылочке по треку пробиваются два товара. Так, вот. Это я тоже скидывал уже в группу. Давайте. Этот товар, цена вот. Это у нас для Айкоса. Как их там? Прокладки. Под стики. Что-то такое-то. Сам не курю, вам не советую. Ну, кто пользуется, знаете, есть такая штука на Алиэкспрессе. Фотку вставлю. Что такое Айкос, я не знаю, кто знает, кто не знает. Это, можно сказать, там, сигарета, которой табак не горение, а путем тления, что ли. Также стики продаются, как и пачки сигарет по цене. Ну, все это в каком-то блоке. Сильно не углублялся. Друг у меня курит. В принципе, от обычных сигарет помогло. Привычку. И это чистящие палочки. Кстати, цена у них что-то дорого. Вот комплект из скольки там их штук? Из 30, наверное, раз, 10, да? Да, комплект из 30 палочек, они со спиртом. Все, это тоже очищать. Сам электронный модуль этот. Сигареты. Так что все вот так вот приходит. Опять же, кому интересно, может перейти посмотреть. Там, по-моему, еще есть всякая. Так. Тут я тоже уже чувствую, что это уже пришли, да, кусачки, которые я в том обзоре ждал. Но там были, как кто-то написал, утконосы. О. Это у нас обычные кусачки. Кстати, смотрел здесь, думал, не буду заказывать на Лика, да? Этот товар другу, еще одни идут, для себя заказывал, что я свои навернул. Думал, пойду куплю здесь. Блин, зашел самый дешевый, если не соврать, в Ашане я нашел или 170, или 160. Эти же 100 или 100, цену смотрите, не помню. По-моему, сотка. И довольно-таки, я вам скажу, хорошие кусачки. Единственное, не делайте как я, не кусайте сталь, не пытайтесь через силу. Я решил ребенку гвоздик стальной небольшой перекусить, чтобы вставить там как затычку. В итоге у меня лежат теперь одни ручки от них. Но так
проволоку. Сейчас, блин. Кусок провода. Как по маслу грызу. Тут, если заниматься такой мелочевкой. А это бывает серьезно. Под рукой надо. Обалденная вещь. Так что советую. Кусачки уже проверенные. Временем хорошие. Так. Следующее. Здесь у нас должен быть, по-моему, стикер на автомобиль. Вот так вот. Вроде бы. Да. Вот такой вот пазл. Собери черта. В принципе, как это выглядит, картинка, смотрите, вот. Чтобы примерно понять визуально, что куда. Ну, тоже недорого, по-моему. Может быть, куда-нибудь прилепится, а не подарится. Так, давайте еще мелкую одну откроем. Что это? Это лента, по-моему. По-моему, это лента. А лента у нас, которая светоотражающая. На картинке смотрела здоровей. Приходит индюшка какая-то. Ну, в принципе, для тех, ну, что мне нужно, этого должно хватить. А нужно мне это перед домом, чтобы заезжать в свой двор, так как у нас расстояние до дома приличное. Столб обмотать, чтобы ночью не путаться и по светоотражению из этого что-то слепить, может, там букву Н, я не знаю, приклеить и уже видеть, что вот-вот тебе надо повернуть и не пролететь. Ну, а также это можно применить куда угодно, и велосипед обклеить. Я говорю, кто на что гораст, туда и придумать можно. Так, ну давайте самую здоровую, наверное, самую, наверное, сегодня дорогую посылку. Пришла она нам по России. Довольно-таки быстро пришла. Единственное, не понял я, это подарочная коробка. Короче, это должен быть массажер. Заказал друг. Как бы есть там 4 варианта. Это заказывались, по-моему, в черном цвете должен быть и без подарочной упаковки. Потому что за подарочную упаковку там чуть надо больше заплатить. Довольно-таки быстро пришло. Конечно, не Тимол, но все отлично. Что меня порадовало, это общительный продавец. Вот сколько покупаешь, не всегда такое встречается. Мне чуть ли не каждый раз, где она трекала, писал, типа, смотри, друг, идет тебе посылка. Так, кадр видно, видно, то давайте откроем, посмотрим все. Да надо другу звонить, пусть забирает. Так это все здесь. И внутри еще у нас зарядка автомобильная, кстати. И подарок, ну я смотрел, всем, в принципе, ложат в подарок вот такие типа четок, ну как его назовешь, бусы. Не знаю, машину повесить может. Куда заход? А, еще, подождите. Вот так вот. И еще инструкция, давайте коробочку в сторонку. В принципе, коробка нормально в состоянии. Ох. Вот так это все дело выглядит. Примерно, я не знаю, здесь покажу. Смотрите, вот на картинке вида массажа, который можно делать здесь в углу. Я сейчас выставлю. И давайте-ка попробуем что-нибудь рассмотреть. Давайте его подключим, еще проверим на работоспособность. У нас идет европейский блок питания. Там можно выбрать, сколько у вас сеть, 220 или 110, но почему-то выбрать можно только 220. Кстати, насчет массажеров, я заказывал, как, если кто давно смотрит мой канал, наверное, видел, если что, ссылочку оставлю. Я заказывал тете кресло, по-моему, за 5 с копейками. Все отлично работает, отличное кресло, так что... Есть, мне кажется, смысл, если что, заказать. В Китае, ну, в принципе, везде, где заказывал, это российские склады. Так, подаем питание. Пришло у нас 6 кнопок. Ну, в принципе, это включение. Ага, это включение. Это у нас ролики заставлять по часовой, против часовой. Это, скорее всего, скорость. Это интенсивность.
вот это, если не ошибаюсь, надо инструкцию смотреть, написано Power Saving, ну, в переводе, что экономия энергии, что ли. Это не знаю. Ну, давайте включим. Да, сразу загорается этот, как он красный этот свет, не ультрафиолет. Короче, кто понял, да, напишите. Инфракрасный, прогревание инфракрасным светом. Вот, вот так вот. Все это отлично массирует. А ну, все верно. Это у нас в обратную сторону разгонять. Одним нажатием. Смотрим. Быстрей. Медленней. Еще медленней. Три режима. Самый быстрый, средний и медленный. Так, это. А, все, это выключает как раз наше прогревание. Просто оно было сразу включено. Ну, тут ничего не реагирует. А это не... А, это прерывистый массаж получается, точечный. Грубо говоря, палец, точка, наверное, точечный. Давайте это все выключим. Материал, который, мне кажется, вот этот, на него все будет пачкаться. Ну, не знаю. Для чего это фиксаторы? Это у нас руки продеваются. Так, давайте его обесточим. По идее, все должно расстегиваться. Да, есть у нас молния. Где у нас собачка? Где-то есть. Собачка. Попробую достать, да, называется? Воу. Ага. Хорошо так заехало. Давайте глянем всю эту внутрянку. Что мы здесь видим? Поролончик. Ну, не знаю, этот материал, как, знаете, где-то у меня такая куртка была, которая типа влагоотталкивающая. Вот. Что-то похоже, не знаю, как называется. Если есть знатоки, напишите. Тут сеточка. Как это, если стирать? Без понятия. Ну, по идее, видите, механизм достается, значит, это можно достать и как-то это почистить все дело. Ну или для ремонта, я не знаю. Ну, достать это все возможно. Посмотреть, что к чему, да как. Также можете перейти на сайте, там какие-то моторы все нарисованы. Ну, это может для знатоков. Так, ну, в принципе, все отлично. Ждем мнения друга, что он скажет только. Устраивает его такое, не устраивает. А мне это как-то теперь застегнуть. Ага. Я ж не показал, да, что еще у нас есть инструкция, что в ней, в принципе, написано. Вся инструкция у нас на английском языке. То есть блок питания написано 2 ампера, 12 вольт. Сейчас проверим. Ну, вообще написано, да, 2 ампера, 12 вольт. Все совпадает. Все режимы у нас тоже написаны. Блин, ну это все переводить, в принципе, надо что-то 15 минут. 24. И вот у нас примерно, как можно его применять. То есть, с руками там, ниже, выше, спина, живот. Как-то так вот. И такое вот письмо. Больше у нас ничего не было. Поехали. Следующий. Так. Вот такой у нас желтенький сегодня, по-моему. Один-единственный. И здесь нам пришла... Как эту гадость называют? Подставка, держатель телефона. Не знаю, зачем заказал, не спрашивайте. Ну, вот была дешевая, думаю, ну, а вдруг себе прикреплю. То есть, это у нас крепится на телефон, который я уже убрал. Ну, грубо говоря, давайте вот на этом. Прикрепилась на двухсторонний скотч. Не нужна закрыли, нужна открыли, как подставку ее использовали. Или как удобно держать, кстати. Палец мой спокойно влазит, еще место остается, так что довольно-таки большая. Ну, в принципе, неплохо там. Цена дешевая была, не знаю, как сейчас. Отлично. Так, ну и последний, ребят, товар. Последний.
Еще будет один, я покажу. Это не последний. Так, это у нас уже тоже было на канале. В принципе, это я и в группу скидывал, и скидывал даже раньше, просто скидывал. Была дешевая цена на Тимоле, меньше 1000 рублей. Но это уже заказал тоже друг. Все-таки говорит, давай закажем этот наборчик. Наборчик хороший. В этот раз этот Тимол с новогодними праздниками запоздал. Доставка, конечно, вышла больше 2 недель. Все в пленке. Давайте посмотрим, все ли целое. Я лично этим набором доволен полностью. Уже не один телефон разбирал. Все классно. Четко. Единственное, вот так как претензия у меня, по-моему, была, это то, что бокс. Чтобы не говорили, что я их пакую и заново распаковываю. Вот уже где-то в столе у меня лежит. И трется, не знаю, видно, да? Мелкая царапина, фокус. Не хочет, зараза. Ну вот, царапается. Давайте-ка посмотрим. Вообще, Xiaomi молодцы. Ну, скорее всего, даже сама эта Виха, немецкая компания, которая славится своими инструментами. Да, все отлично, все так же пронумеровано. В принципе, отличный набор, советую. Если вам он, правда, нужен в работе. Если так, чтобы просто валялся, 1000 рублей. Но не буду заглядывать ни в чей карман. Так что так вот. И последний товар уже на сегодня, ребят. Ну, не смог я его показать, это было у меня в прошлой распаковке. Я, как всегда, с камеры, не знаю, надеюсь, сейчас все записал отлично. Где-то там шебушил, и ничего не было видно. Поэтому решил вырезать, просто думаю, буду новую распаковочку, покажу, что к чему. Также цену, доставку, все напишу. Короче, заказал себе я вот такой зачиститель кабелей, толком не вникнув, по-моему. Я рассчитывал, что буду чистить примерно вот эти проводочки. Сколько, ну там 0,75 сечения, но он их не берет. То есть вот этот еще может возьмет он. У нас получается 4 позиции для зачистки. Также есть ключик, который регулирует наше лезвие, там первое, второе. Ну, второе что-то не двигается, одно как-то меняет наклон. Для чего же этот нужен ножик, получается? Как это я уже потом понял. Может быть, я говорю, я не так почитал. То есть это зачистка у нас антенных кабелей. Вот, возьмем антенный кабель. Все, стоит самая широкая. Просовываем сколько нам надо. Чуть-чуть прижали под палец. Прокрутили, сняли. Все, пожалуйста. Но, опять же, регулировать надо лезвие. Больше-меньше, потому что он уже у нас снял проволоку. Это все, в принципе, настраивается. Ключик, пожалуйста. Крутим. Может, кому-то такая вещь пригодится. Вот, оно его поднимает. Убирает. Не знаю, это видно, не видно. Но заказывал я это не для этого. Я все-таки думал, что буду самые обычные провода очищать. Ну, уже я заказал, кто видел, тоже в группе выкладывал, что стриптизера на нефчике фотография. Вот. Посмотрим, что придет. Что это, как это. Ну и, в принципе, на этом, наверное, ребят, сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Давай, ребят, всем пока.